Упражнение планка. Встаем таким образом, чтобы локоть находился четко под плечом. То есть угол между плечом и корпусом у нас должен быть прямой. Стараемся вытянуть корпус. И наблюдать мы должны со стороны прямую линию. Да. Мы максимально напрягаем ягодицы, напрягаем пресс, стараемся не допускать провала в поясничном отделе. Иначе очень сильно будут работать мышцы поясницы, разгибатели спины. Достаточно.